Доброе утро. Обходик утренний. Лучок подрастает. Это у меня на перо. Лучок. Тут редиска. Что-то она хиленько как-то идет. Ну, морозы ночью. Морозы. Чеснок не взошел. Пересаживать. И тут редиска. Так, огород освобождаю. Уже все палки практически повытаскивал. Ну, еще чуть-чуть там осталось. Щавель огромный, огромный, просто огромный. О, какой он. О, ну, с ладонь. Ай, вкусненько. Вкуснейшим. Так, что тут? Ой, тут виноград надо делать, шпалеры. Вот у меня куст тут цветет, белый, обморозился. Этот куст пропал. Лапчатка живая осталась. И там куст у меня пропал один. Малина поднимается, но редкая-редкая такая. Вообще в этом году все завалилось. И все, я без летней малины остался. Ну так, покушать только и все. Варенье. На варенье тут не будет. Классная погода. Сегодня у нас ярмарка. Поеду на ярмарку уже через часик, наверное, рвану. Так что смотрите ярмарку. Ну вот и ярмарка начинается. Вот нашел интересный куст в Волге. Цветет желтенькими цветочками. Я себе нарвал уже. Может быть, у меня тоже прирастет. А там все ярмарка. Я уже в Волге. Bet tāpat salasīt. Марка, дерево, кустики всякие. Едем на хутор. Так, ну что, начинаем посадками заниматься. Вот у меня две тут флоримбурлы. Так называется английская роза. И высокая роза. Она такая кустовая, большая, высокая должна быть. Ну, там еще дерево яблоня. Поехали сажать! Вот голландские пионы. Они уже второй день цветут. Когда они расцветают днем, да, они как будто все уже, как будто сдохли. Ну нет, опять закрываются. И завтра опять будут цвести. Так, ну что, розу флоримбурлу сейчас будем посадим. Значит, тут у нас внизу песок, потом удобрение, потом будет навоз и земля сверху. И будет красивая роза. Так, сегодня обещают опять мороз ночью.
по Валкскому району. Так что надо поливать помидоры, чтобы была хорошая влажность там внутри. Открываем, поливаем. Вот так вот перевернутая лейка должна быть, чтобы далеко поливала. Чтобы, ну как вот, с места и можно было далеко поливать. Во. Сейчас зальем все. Сегодня ночью мороз. Ставим свечки. Ну еще леечку. Ага, еще леечку. 7 леек вылил, чтоб земля намокла. Так, ну что, закрываем? Но сперва надо свечки поставить вот в эти. Вот у меня для свечек такие колбочки. И пускай греется. Надо ночь эту пережить. Помидоры стоять. Поставил свечки, воду в ведре, ну, для влажности. И еще одну свечку. Так, закрываем теплицу. Поливочный сезон открывается. Так что мне надо будет много воды. 3 бочки по 200 литров поставил. Ой, скоро я до сюда доберусь. О, красота. Вот это желтые пионы. Очень дорогие. Скоро зацветут. Ну, Оксик носится. Окси, как дела? Окси. Мур-мур.